Всем привет! 129-я серия турецкого сериала «Ветреный холм» выйдет 27 июня. Если вы ждете новые серии, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. После того, как Зейнеп увидела, что Халиль потерял сознание и, упав, ударился, она побежала к нему, чтобы помочь. Халиль понимает, что если бы он ей был безразличен, то Зейнеп бы не вернулась. Также он сказал, что его сердце бьется только для нее, и он хочет, чтобы она была счастлива, и просит Зейнеп, глядя ему в глаза, сказать всю правду. Также Халиль сказал, что он не будет ее удерживать, если она правда его не любит. Все это время Альпер следил за ними, потому что боялся, что Зейнеп расскажет Халилю про шантаж, который он ей устроил. И он решил вмешаться раньше, чтобы не дать правде раскрыться. Как только Халиль увидел Альпера, он вступил с ним в борьбу, и в момент драки прозвучал выстрел. Пистолет был направлен в сторону Халиля, и он мог быть серьезно ранен. А вы как думаете, кто будет ранен, Халиль или Альпер? Напишите свое мнение в комментариях. А если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.